Они лают, но не кусают, мурчат и с любопытством изучают прохожих, надеясь, что рано или поздно к вольеру или клетке подойдет их будущий хозяин. Фестиваль «Друг человека» — это место, где бездомные животные, проживающие в приютах Самары, находят новых владельцев. За 4-летнюю историю бесплатная выставка помогла пристроить порядка 700 собак и кошек. Значимость очень высокая, потому что такого единого, да, мероприятия, на котором можно было бы приехать и познакомиться с каждым из приютов, принять участие в какой-то волонтерской деятельности или просто пообщаться с животными, нет никакого аналога. Фестиваль прошел на расширенной площадке. Это позволило выделить больше места для приютов и их пушистых постояльцев. Порядка 400 кошек и собак, а также несколько грызунов и кролика удалось разместить на площадке в прошедшие выходные. Уже в первый день выставки новый дом обрели 50 животных. А как назовете? Астерикс. Как мы будем менять имя? Как был, так оставим. Кого взяли сегодня? Здравствуйте. Здравствуйте. Котика. Мальчика. Фестиваль появился в 2018 году благодаря поддержке городских властей. Таким образом мы пытаемся сформировать отношение людей к животным, потому что любое животное – это большая ответственность. Если ты берешь его, ты не должен относиться к нему как к игрушке. Это живой организм, нужно понимать, как он работает, как о нем нужно заботиться. И тогда он доставит себе истинное удовольствие и станет полноценным членом семьи. Также на протяжении двух фестивальных дней прошли различные мастер-классы, лекции и показательные выступления питомцев. Михаил Ермоленко, Виталий Рылеев, Василий Колдашов. События.